Я хотел выбраться оттуда. Умереть-то я всегда мог, написав килл. А. О. Давайте без улицы играть. Я надеялся на фейерплей от Ильи. О, да, улицы. Никол, я думал, ты предложишь только на улице. Так большая. Давайте без улицы. Там еще столики какие-то. Так. Мне кажется, я буду. О, мяч. Без улицы, да, играем? Давай в футбол. Жесть, сколько тут всего. Вот и я думаю, что это не для двоих карта, блять. Давайте пересознаем на другой. Блок, давайте ты? И просто проголосуем за другую карту и все. Я не знаю, как запустить голосовалку. Нажимаем F1, нажимаем Vote for Change. Ага. Да, тут столько, тут можно просто любым пропом становиться и не уходить с места. Ресторан. Не, ресторан еще говно. Да, большой. А Little Garden, Little, типа маленькая, значит, карта маленькая. Да, согласен. Я слепой же вижу. Нахуй. Суки, а я хочу вот это. Island House. Прикиньте, домик. Island House. Жесть. Кстати, может быть, домик на озере? Ну ладно. На острове, я бы сказал. Ну да, 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 да. Я хотел сказать остров, сказал озеро. Ты же переводчица. Как у тебя это получается? Просто я говорю одни и те же слова на О. Google Translate. Да, 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 да. Быстро довольно качается, может действительно маленько. Что там? Да ничего, сегодня просто атлетика играл, там Диего Коста чуть не помер, как казалось. А на самом деле там царапина, блять, он орал, как будто ему ногу оторвало при наступлении на мину. Че, тоже да. Большая, что ли? Карта я ему. Ну нормально, давайте попробуем. Блин, нам нужны мелкие карты. О, нифига себе. Это очень мелкая карта, по-моему. Да? Хотя, бля, ну тут канализация есть, вот им проблема. Что я жадничаю всегда? Вроде так неплохо все было. Опять застрял? Нет, проб взял хуже, тут проб. Звук можно, пожалуйста? Еще. А Рика, если вы не слышите, что ли? Нет. Рика, если не слышим. Вот, follow me слышим. Follow me. Так. Ты вообще беспалевный. Что из этого может быть хесом? Поищи, короче, тут, а я пойду искать Рика, если он должен играть еще. I just wanna tell you how. Я лишь могу сказать, что горячо. У кого именно, говорить не буду. А, ну все. То есть он был совсем беспалевный. Угу. Камень. Я был камешком. А где Рик Эсли? Ой-ой-ой. Вау. Он умер. За наши я грехи? Да. Я просто был сначала маленьким камешком, потом зачем-то нажал Е и стал большим и застрял тут. О, мне нравится это. Ой, уже нет, я упала. Упала, понял, она лезла наверх, упала. А давайте не будем в канализации, наверное, залазить. Ну, я почти поместилась же. Ты полазил, там канализация еще есть, полетала. Да, там она большая очень. Бля, было бы секунд побольше, я прикол замутил, ну ладно. Да мутить, что мы подождем? Не-не. Посмотрим, как ты мутишь. Не-не-не. Смотри, можно скинуть, и он разобьет. Ох ты, ничего себе какой-то. Кто-то говорит, да? Ага. Но я больше нажимать не буду. Ага, я понял. Я просто как охотник высажу тебя, или... Опа. Как интересно, да? Очень, наверное, смотреть на... Что ты там смотришь, на цветы? А-а-а.
Мы с канализацией или без? Без. Я не в канализации. Я тоже нет. Тут много одинаковых вещей. Сука, блять, как во всей этой игре дегенератской. Блин, ну как я лоханулся? Этот цветок, который бегал там наверху, как я его не убил издалека? А теперь... Цветок бегал? Да, уже давно там что-то другое. Бегал цветок, как бы... Ух ты, блин. Блин, я из-за того, что в колонках, я только слышу, что громко около меня, но направление вообще не понимаю. Это ты бегаешь или не ты, интересно? Я просто не могу посмотреть. Да, это ты бегаешь, все понятно. Это я тебя, значит, по кругу гоняю. Ты меня по кругу гоняешь? Ну, ты по кругу второй раз уже бежишь. Так я чувствую где-то ж... Блин. Блять. Так, 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 так. Я понял. Да вы как вовремя-то. Ого, ящичек упал. А, тоже упал. Отлично, я застрял. Всё падает. А, Кейк, нужна твоя помощь. А ты где? Ага. Наверху. Я тебя не вижу. Блин, ну конечно ты меня не видишь. А, я тебя вижу. Сделай что-нибудь. Я на помощь. Хрен на это. Давай. Подожди, это что за херня была? Да тебя отвлекают, ты меня спаси. Они специально... Продолжай нажимать. Я продолжаю. О, заебись. Он... Я, конечно, не знаю. Окей. Давай. Вытаскивай меня отсюда, вытаскивай. Ай, спасибо. А вот эти ящики можешь разбить? Блять, я в ящике. Стою тут, играю. А вы? Еще один ящик. Ты, суки, ебаный, отъебитесь! Куёбки, блять! Нахуй вам этот ящик сдался! Какой хер ты вообще в нем застрял, сукин сын! А, ненавижу тебя, я так хорошо жил в этом блядском ящике. Блин, я нечаянно нажал. Чё, ты взорвал её? Я нечаянно, не, хорошо, что не взорвал её. Получается, я в тебя вошел. Да, но я там изначально, я не там был. Я просто был, ну, сначала стулом, потом цветком, потом стал... Блин, она была цветком, потом стала... Мечта. Кем же она стала? Блять. А F3 можно? Она может в кустах стоять, но в кустах, типа, хрен заметишь вообще. Ой, ребят, сдавайте, короче. Я даже не уверен... F3, ну пожалуйста. Ребят, это просто, я не знаю, чуваки, я даже не уверен, блядь, что это вообще. Что это вообще? Это что пиздец. Где-то в кактусах. Пипец, я даже не уверен, что это вещь, ребят. Я бы никогда не точно не догадался. Забейте просто. Стреляй сюда, стреляй, рандомно просто. Ой, блядь. Я все равно выиграла. Да. Ну, ребят, она давайте. Цветком просто. Да, да, да. Но эти цветки это просто жесть, ребят. Это... Там, да, сложно. Ладно, я. Так. Пипец, блин, конечно. Хесус во мне стоял. Или вот так. Как я нормально стою? Просто замечательно, да. Ну блин, ты бы спросил у меня, я-то на опыте знаю, как это делается. Ну терпи, чё ты. Поиграли. Если бы не одна секунда, я бы постарался что-то сделать. Ну и чё бы теперь делать? Ну так прячутся настоящие мужики, согласись, вот это... Да. Тоже слышишь там, да? Я как они в кустах. Сюда поехала. Да он еще и стулом стал тебе. Ты убил его? Я не знаю, он множит эти зелени. В нее хп там просто жесть. Он множит. Жирная хуйня. Блин, мне кажется, ты Кейка вообще случайно застрелил. Да я еще Кейка застрелил? Да. А он-то где был? Он тоже этой тележкой был. Ничего не поняли, я понял. Слышь,
Ты поняла, давай со мной вместе. Куда? Сюда. Не вижу тебя. Все, я... Не поняла. Я в говне. Я не вижу. Ребят, я вообще не ставлю это. Те, кто смотрит мой стрим, простите, ребят, я ничем не могу. Все. Застрял, что ли? Ну, типа того, вообще ничего не получается. Ну, я тебе так скажу. Застрять, это не всегда... О, я что нашел? Чё? Застрять, это не всегда плохо. Еще более масштабное, чем в прошлый раз. Проблема в том, что воу. Это я. Проблема в том, что я так застрял, что я не могу, блядь, слышать, нихуя видеть, точнее, вас. Поэтому я нажму F3, но я даже не знаю, насколько вы рядом. Мой мир... Я опять... А, вот, все. Если застрял... Убей меня, я не хочу жить, слышь. Очередной Илья. Подожди, я хочу в тебя войти опять. Ты опять цветочку? Не надо входить в меня. Не, я не цветочка. Зайди, слышь. Все, я вошел. Это я скорее в тебя вошел, я огромная дилда. Ладно, так уж и быть. Ты его нашел? Да, я в нем. Как это вообще выглядит со стороны, как Лен? В нем? Каково это? Не знаю, я просто как бы рядом с тобой, да, но выйти не могу. И двигаться не могу. Ой, бей меня, слышь, я не могу. О, ты полетел. Стоп, я не... Она где-то здесь. Ого! Она... Это что? Что было такое беспалевное, короче, превращение в телегу? Смотри, Хесус, он по твоим гайдам учился, смотри такой. Слышь, Хесус, я теперь в этом говне застрял. Мне две шурмы, пожалуйста. Какие две шурмы, уроды? Я продаю только суши. Давай на нем кататься, на вот этом. Отодвиньте. Подожди, я сверху. Пацаны, я не против вас, помогите, отодвиньте эту хрень. Отодвинули. Но я все равно не могу двигаться, я в чем-то другом застрял. Я знаю, в чем ты застрял. Ты застрял. Ой-ой-ой, меня прет. Слезь. Я удержу, Хесус. Да слезай, на Е нажимай, на Е. Не бей его, не бей его, на Е нажми. Схватит. Чего я должен не бить? Ты двигайся, на Е и двигайся из стороны в сторону. Во-во-во-во. Смотри, он меня подвигает. Ну-ка. Я пытаюсь. Я хочу жить. Ой-ой, меня прет, я подвигаю. Я еще застрял. Во-во, все, вышли. Вы че издеваетесь-то? Она мертва уже, что ли? Не-не-не-не, я жива. Ладно, кончай его, кончай. Все, я тебя кончу, блять. Я тут, только я тут кончаю. Ну хватит. Давай, долбим. А, продолжайте мне. По почкам. Давайте, уёбки. Время только потратить. Я слишком ахуел. Ладно, серьёзно. Я опять такую землю провалился. Ну, блять, бессмертный, что ли, я не пойму. Сосич. Видимо, его залагал, и теперь он бессмертный. А, нет, все убили. Блять, я чуть не спасся в последний момент. Наконец-то. Она где-то, знаешь, в ящике застрял в этой стороне где-то. Где, где? Тихо. Лучше не двигайся вообще. Вот и я не знаю, нажать. Я, честно, не представляю, как вообще на этой карте. Нажми музыку, короче, наверное, похер. Ну пусть. Да. Женщина какая-то стоит. Где-то здесь. Я не могу, я тут. Ну давайте воут запустим на другую карту, да и все. Так. Нет, дайте мне еще сыграть, я тут кое-что это. Так, а где Кекс? А что собираешься делать? Кто из этих ублюдков? Это Хесус. Надо смотреть, где Кекс бегает, где он смотрит все места. Че тележка двигается, слышишь? Блин. Только без канализации, опять в парни. Цветах. Я тут посмотрел на нее. Нет? Я. Во-во, замечательно пошло. Как по колонкам тяжело ориентироваться, я вообще не понимаю, где. Хесус, я... Хесус вся... тоже не понимает, если честно. Наверху где-то, наверху. Да, наверху, Хесус, наверху. Любишь быть наверху, Хесус? Да. А женщины, я слышал, любят снизу быть. Им не нравится самим. Так. Да не, ну вообще норм место, я считаю. Ну нет, там тем смешнее было то, что ты все время была... Да, рядом. Я даже не сообразил, что Кекс сразу догадался, на самом деле, после того, что все время рядом. Я тебя подставил, сори. Да, ничего. Ну и хорошо. Вы уже голосуете? Не-не-не, сейчас у меня задумка. О, Хес, можешь со мной, если хочешь, раз уж ты рядом. Давай. Это опасно, я тебе так скажу. Да, нормально. Надеюсь, они застрянут, блин, и будут как два голика.
И чё дальше? А мне чё делать? Хочешь это? Давай. Всё. Ну вот нормально вроде. Ты вообще норм. Да, вообще, я думаю, типа, никогда. Я не знаю, они... Ну нормально, нормально. Ну, да, мы не нашли, они точно не найдут это. Нормально, да, да. Ну, музыку, пожалуйста. Пока нет. Не стоит. Хлопок. Колодец, только мы не прыгаем в это, да. Все. Угу. Ну и чего вы? Почему-то я качусь, ты видишь, я двигаюсь сам по себе. Блин, как вы любите палиться. Бред какой-то, почему я еду? Ну дай уехать! Нет! Пожалуйста. У меня план, дай! Ой, подожди. У меня план. Но делись. Да блин, стой! Остановись же ты! Да блин, у этого говна столько жизней. Вообще дофигища. Нет. Все, я давай тоже там помирай. Что еще происходит? Там уже ящиком стал. Я вообще мансу. Теперь ты цветочек. А теперь ты камень. Да блин! Че он творит? Все, наконец-то. Он защищался ящиком. Что произошло? Почему она заподозрила что-то? Я не знаю, как-то так. Стояла, смотрела так долго еще. Начала тебя. Я думал тебя отвлечь от тебя внимание. А у меня хп не отнимались. Да? Да, у меня 200 было, 200 осталось. Я знал. Ты зря двигался так что. Так я думал, все, она сейчас прозреет и там уже я следующий. Я ж на команду. Я бы побежал в таком случае, если бы умирал. Так что. Ты все испортил. Спасибо. Я тут ради команды, он говорит, я все испортил. О, я в канализации, здорово. Вылезай. Все кое-что придумал еще. Тихо. 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 Что? Они двигаются. Мне даже слушать эти плохие парни. У меня мозг разрывается, не понимаю. Блин, я в говне, короче, на самом деле такой тупой. Говне? Угу. Так. Ищем говно. Где-то здесь, что ли? Говно где-то рядом. Мне кажется, знаешь? Я нормально в интерьер вписалась. Фильм. Да? Угу, нормально. Мне нравится. Интерьер. А как я выгляжу со стороны? Я вижу тебя. Она стул. Она не стул. Она один из камней или ограждений. Ломает беседки вандала, блять. Блин, не включайте, меня только это раздражает, потому что я вообще не понимаю. В смысле не включать? Ты что? Я не могу включить, потому что один из вас пиздец близко. Вы сразу спалите, особенно с парашка. Ааа, блин! Хесус, он где-то на центре тут. Я вообще случайно ударил. Блин, а ты вообще, по-моему, вот как раз... Типа... Странно вообще. Странно, типа, хуёво выглядит. Вообще пипец. Ёпты. Чё такое, чё такое? Я что-то не то сделал? Ты видишь то, что я пишу в чат? Да, это правда, и чё? Ну это очень не выглядит так. То есть вообще херово, да? Вниз смотри внимательно. Так, смотри, а если я вот так вот сделаю, лучше стало? О, всё, стой, нет, всё видно. То, что видно, так лучше стало? Ну так-то, мне кажется... Что такое? Тупо прозвучало, так? Но вот так лучше. Может еще немного? Нет, стой. Иисус, а где ты ее убил? Вот здесь, вот тут. Говноеды. Стул здесь стоял. Да. Понимаешь, если долго целиться, по-моему, то показывает. Что-то может неестественно стоять, камень какой-то может. Короче. Подожди. Что такое? Может, ты по-другому станешь? Давай прямо. Парни, пока.
Мне кажется, да. Это был вообще сразу проигрышный вариант. Я был близок. Ну, был. Я думал, он встанет, типа, ограждение кругом и, типа, ну, будет похоже на настоящее. А ты говоришь, что я в дырку залез, как ну, обычно. Ну да, потом норм. Но он начал сразу втыкать. Кейк-то обладает определенным интеллектом, и поэтому... Короче, я не хотел, ребята, но я в канализации. Но выйди. Ты не можешь оттуда выбраться? Ну я просто спрятался тут, потому что я добежать не могу. Ну, типа, времени уже мало. Ну, просто я видел, что там тоже кое-кто есть, поэтому давайте ее. Ага. Значит, ты в канализации, да? Да. Извините. Сейчас прыгну. Хесус тоже подходит ко мне. Хотя... Да не, я, пожалуй, наверху побуду. Воу, это что это такое за эмбрион тут? Я F3 нажму, пожалуй. Я фиг знает, хочешь копать? Твою ногу. Я лечу, походу. Выключись. Ой, блядь, это у меня рекрол, что ли? Мне не повезло. Ну я не хочу. Кекс был лодкой, что ли? Да. Я стоял в лодке, блин. Давай рекрольщика искать, а то он заебывает. Рок-н-ролльщик, ты сказал? Рекрольщик. А, Хесус. Ты вообще честно играешь, Хесус? Зачем так прятаться жестко? Да я не знаю. Блин. Хотя... Ну я бы кое-что заметил, мне кажется. Ой. Never gonna give you up, never gonna let you down. Ой! Я случайно. Так, кто-то взорвался, что ли? Почти. Подожди, я подвинусь, я здесь. Ты фонал полез, ублюдок. Блин, я хотел взять лодку и на улицу вылезти. Рекрол, конечно, работает. Ну там так места мало, на самом деле, так большие объекты издалека берешь и нормально. Но я же... Блять, ну говно. Ой, застряла. Ну да ладно. Ну вообще без палева. А тут вы не хотите попробовать? Все. Без палева вообще ящик, может какой-то там стул сейчас посмотрим. Или опять это продавец шаурмы. Я не то что не прятался, просто это судьба. Ладно, я про убейте меня. Короче, дайте другую карту, это какая-то ёбушная. Или в ТТТ. Давайте, вот и фочень, я нажал. Как? Может, мне тоже что-то проголосовать. Для разнообразия. Я в небо подлетаю, кажется, вы видите? Просто нам вчетвером интереснее маньяка будет играть, чем в ТТТ. Давайте маньяк. Потому я что знаю, в ТТТ что все-таки, как бы, ничего не хочу сказать, но там, типа, на стиле очень много зависит. Давай, после маньяк. Нормально, что я еще в воздухе вишу, и ты пробежал такой, типа, норм. Я? Кажется, да. Я подождите, я пытаюсь посмотреть, кто это. А ты кто? Скажи, я... Не пишут. А. При мне в воздухе ничего вроде не висело. Ага. Что ты мычишь-то, блядь? Так. Ты еще убиваешь, что ли? Слишком легко. Подожди, на воздухе, воздух. Ой. Ты чё вообще что ли травишь? Ребят, просто расстреляйте это дерьмо. Я случайно это взяла и застряла. Ты видишь, как это вообще выглядит со стороны? Нет. Ещё один раунд, пожалуйста, не голосуйте за ченч. Я кое-что такое нашел, вспомнил точнее. Пожалуйста, давай еще раз сыграем. Не, машину нельзя взять, чувак. Нет, я знаю, Илья, я... Ты удивишься, короче, но я кое-что это... Да блин! А, вот. Там какая-то... Вот я тут вообще деле, непонятно, я... короче, что... Да, согласен, Хес, ты расследовал это странное дело. О, что происходит? Ты видишь? Вообще непонятно, я не там еще и дискач замутил. Слушай, где-то Блейд. А, вот он, Блейд. Перепопит? До свидания. Она в меня вошла. А, все, вышел. Слышь, действительно не этот. Так, может, другой? Короче, еще один раунд был за.
Please. Где? Хочешь покажу хоть? Давай, а ты где? А, вон, я вижу тебя, я иду, иду. Видишь, смотри, внимательно. Ну-ка. Один раз показывай, смотри. Давай. И чё? А, все, понял, чё? Больше не показываю, ладно. Заебись. Вообще, раньше он работал. Я не понимаю, в чем дело. Тут вообще ничего не работает. Ой, какая имба, лол. Не, ну это чит. Но я маленько... Ой, ой. Но если музыку постоянно будешь прожимать. А нет, работает, Хесус, ты представляешь? Воу-воу-воу. Не убивайте старика, ну за что? Шутился, да, еще я такой? Стойте, стойте, не убивайте. Не бейте дедушку, что вы делаете? Блин, ты завалил его? Давай, музон, ставь. Ты уверен? Да. Действительно нужен музон в этой ситуации, непонятно. Да, да, да. Просто подозрительный столб упал, короче, честно говоря. Я понимаю, вот с внешней стороны дороги они не хотели браться. А когда я в камни уже сюда сбежал, я его взял. Че, маньяка? Да. А что делать в маньяке? Да там все просто. Давай, наверное. Хотя, блин, ТТТ можно, в принципе. Да давай, маньяк. Заводи маньяка. Только сам мне чуть не охотся, давай. Давайте попробуем. А маньяк, как он там называем? Мардер, нет? Да. Там нужно просто бегать и... В смысле, там один против трех? Один из нас будет маньяком. И надо определить, кто из нас... А одного из нас пистолет. Если ты убиваешь с пистолета мирного, пистолет выпадает. Пожалуй. На Твиче надо навести порядок. Да, ты прав. Пора уже убрать линейку из транслируемых игр. Блин, ну что с... Steam, короче, подлагивает, из-за этого я не могу быстро скачать мод. Сейчас все будет. Че, давай это, Ева, какую-нибудь часть твоей фотографии покажем, чтобы народ там, типа, знал, как ты выглядишь. Часть фотографии, мне и так плечо стоит на аватаре. А, не, ну я хотел, типа, что-то такое. Я хочу на плечо посмотреть. Не, на аватаре там, бред. Тут надо же просто держать все равно, как бы это такое, чтобы народ не знал до конца. До конца. Ну ты можешь, ты смотри, правое плечо, ты можешь левое плечо показать. Просто зачем что-то еще показывать? О, нифига, там в чате Якубович даже появилась автодистракшн. Какие люди. Ага, вижу. И удалил его. Общается про какие-то спойлеры. Ну, ты сейчас знаешь? Да, 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 сейчас. Слово мод, кстати, мне кажется. Хотя. Да, в принципе, так, по-моему. Слово может мод, быть, Subscribers Only включить, типа, знаешь, там. У меня же бесплатная подписка. Да кто модератор смог? Это имеется в виду сабскрайберы, те, кто покупает подписку. Погоди, а чё это-то хочет? Я тут давно хочу сиськи. Уши. Короче, проголосуйте за одно место какое-нибудь, и я покажу его в конце катки. Так просто вот меня часть тела. А, твое? Ну, хорошо. Да это как-то... Видишь, Жесуса хочу. Жой. Кто тебя нас? А что, какой список-то вообще? Ты, кстати, был на Игромире на последнем? Ведь тебя же можно увидеть на Игромире. Меня? Да. Но настоящий. Нет, конечно, я там не... Не-не-не. Заходите быстрее только, ребят. Ты мне показывали фотки. Ты прекрасно, видимо, путаешь. А, если он сможет. Да нет. Так, это офис, обычный человеческий офис? Тебя что, интересуют мои фотки, что ли? Ты не туда заходишь, куда ты, бля. Ну, тут, бля... Давно только куда я зашел. Я по тебе заходил вообще. Еще раз попробую по мне зайти. Заходите. Сервер не отвечает. Не отвечает? Нет, видишь, ты не можешь создать. А ты на офис прогрузился? Да. Мардер, вот just Мардер, да? Да, но... Короче, Илья, если ты прогрузился, у тебя, наверное, появился мод. Посмотри, вот там, где ты выбирал. Мне в сэндбоксе надо смотреть теперь. Ну где ты выбирал за место сэндбокса Prop Hunt? У тебя там Мардер появился? Нет, Trouble in Terrorist Town и Sandbox. Ты мне дашь... Вот,
А вот в этом, самый верхний левый, по-моему, работает. А карту я сейчас дам тоже. Блин, ну как обидно, что она меня не может сойти. Самый верхний че? Самый верхний левый вот там называется, нормально. А потом вот эту карту. Быстренько плюсы поджимай, да создавай. На ней ТТТ можно и сам... Сам Мардос. Это фикс какой-то. Самый верхний левый. Ну, у меня после него появился. Если ты на тот офис тоже зашел, то у тебя... Я зашел на тот офис, нажал скачать вот эту хрень, и у меня зашло. Ну, точнее, не зашло, появился Мардо. А карту какую? Карту я дал тоже ссылку. Ну... Появился, да, мод? Сейчас, глянь. Да. Карту ТТТ Клюон я дал. Да-да-да. Самая адекватная. Клюэн, Клю, обычная. Как мистер Камикадзе. Любую, без разницы вообще. Ничего нет. Мистер Камикадзе. Так, ладно, стартую. Заходите быстрее. Детство, детство, ты куда бежишь? Мне показывают, что ты на буржуйском сервере. Нет. И туда кейк зашел. Это изменится сейчас. Вы не заходите туда. Вот теперь заходите. Кексик уже зашел. Теперь заходите. Да, не-не-не, все правильно. Вот я, Кекс. А, Джейн, вот все. Хесус. Ну и женщина, как всегда, будет тупить. Ой-ой! Вот глупая. Вместо того, чтобы выключить сервер, выключила игру. Да. Сейчас зайду. Анальные губы просят показать. У тебя есть фотографии? Там гланды еще просят показать. Я гланды еще обычно фотографирую по выходным. Во, нашли какую-то фотку кейка новую. Что-то он какой-то странный. Новую? Опять? Не, там с каким-то корешем ты стоишь. А где она? Не знаю. Кровать. Рядом с растельной кроватью. Вы ебались, походу, с ним, что ли? Наверное. Свою фотку найдите. Так, ну все, поехали. Так. Так, а как тут играть? Я просто не в курсе, я не играл. Короче, у одного человека будет нож. Ага. И все? А у другого? У одного человека будет пистолет. Показывать нельзя, да? Мы должны выяснить, у кого нож, тот маньяк. А ты видишь, типа, если ты ставишь оружие, нож или пистолет, его видно? Да-да-да, видно. Конечно. Кто-то из нас, и у нас ники у всех разные, то есть мы даже не знаем, кто есть кто. Отойди от меня. Чего вы, блядь, ржете? Вдвоем были. Он такой раз забавно отлетел. А кто вообще убийца? Был я убийцей, но мы вдвоем были. А ты с пистолетом. Блять, ну естественно, но я типа это... Я думал, у нас четверо, значит. Не понял. Меня убили? Нет. Я двигаться не могу. Как я помер-то, блядь? Ой, а я двигаюсь. Эй, чё такое? Ты чё нож достал? Не подходи ко мне. Кейк, кейк мафия. А, нет. Я не убежаю, твой друзья. Мужчина с ножом за мной бежит, я скинусь. Сорян, почему нельзя прыгать? Вообще, чё ты? Не в своем уме. Беги. Ой, чё, ты пёрнул? Что это было? Вот он. Я мирный. Не убегай. А чё, ножик дымится, что ли? С ножом за мной бежит, я, говорит, френдли. Да вы опять вдвоем, я вообще ничего не понимаю. Я вообще потерялась. Я вас зарезал вначале в сам. Что это женщина с лупоглазыми глазами? Как? Нас даже не отреспило. Да режь ты эту шлюху. Давай. Подождите. Ну давай, да я. Ну. Глаза я какие-то хочу. Лупоглазые. Хватит, блядь, кидаться этим. О. О, у нее пистолет был, как это прикольно. А как его доставать? На два, на два. На тройку вроде. Ааа, все, это же обычно, понятно. Конец. Надеюсь, я не умру. Типичный конец. Нет, что-то, ребят, в вещи превращаться было в 500 раз интереснее. Ну, может, ты ДД попробуем. Да там, мне кажется, еще хуже будет. Во! Не, там прикольно. Все? Сиера, привет. А... Вы Сиера, желательно не выдавайте свое имя, так, наверное, будет поинтереснее маленько. Давайте. А если пистолет, значит... Ну, ты... Ой, что-то темновато как-то стало. Баба-убийца.
А пистолет можно использовать? То есть я как бы не маньяк тогда. Шлюха, блять. Я вам дал пищу для размышлений. Что так все резко? Блять, выключай. Все светится белым изнутри. О, привет! Привет. На нахуй тебя. Блин, я вроде кинул, но не попал. А кто победил? Я. А почему? Я ж убил тебя. Я жива была. Ты убил Кейка, опять Кейка. А кто такая Сьерра? Не знаю. А ты что? Мы трое были с Сьеррой в этом раунде. Три разные Сьерры. А почему? Почему я стала жива тогда? Да. Ну, ничего не видно. Чтобы интереснее было. Блин, темно-то как, а? Сука, страшно. У меня еще фонарик кончился. Ой. Так, а ну пошел отсюда. Ой. Баба убийца. Как ты черный? Виктор убийца. Синий Виктор. Виктор Цой убийца. Господи, ты просто вылетел так мужчина, забавно. Не поворачиваться, не поворачиваться, не поворачиваться. Всегда вылетаешь. Ничего страшного, раунд не кончается по времени? Ой. Да вроде кончается. Нет, вроде. Да как нет? А тогда еще. Блин, может, я хочу маньяком. Демку какую-то. О, я вообще теперь обычный. Да, я тоже. Ага. Так, кого как зовут? Петь на жопу. Петь, говорит, я Вася. О, давайте, почему нельзя взять ружье? Оно отличное, я считаю. Самое то, что нужно. А почему имена-то одинаковые, я не понимаю. Ой. Плохой мод какой. Лопата. О, лопата. О, я теперь знаю, кто ты. Я просто дожду, пока вас всех перебьет маньяк. Я победил. И я, наверное, проиграю, потому что я не понимаю, короче, если остается типа мирный против маньяка, то каким образом мирный может победить? Давай я тебе лопаты. Подобрать револьвер? Подбери, да. Ну еще не кидай. Ну что такое? Ничего не падает. Мне тоже. Я думаю, нас тут сейчас не запалит даже. Но вообще, ты можешь оказаться чуваком, да, с ножом. Да, жить можно. Или с пистолетом. Я бы уже тебя давно завалил. Идет, идет там кто-то. Он прям на карачках ползет. Я надеюсь, он тебя не заметил, да? Блять, заметил. Нет, мужик нет, такой бородатый стоит в двери, палец. Ребята. На, забирай. Бери это говно, мне не нужно. Я просто знаю, что... У тебя пистолет, значит, ты не маньяк. Да я знаю, что Кекс убийца, блин. Мне нужен он. Убери это дерьмо от меня. Ищите Кекса. Так это он нас искать должен. Он так, погодите. Так, ты бородатый мужик, черный, тот понял. Белый. Лысый. Вижу кого-то, не из как вас это? Стреляю. А кто-нибудь вообще видел Кейка в этом раунде? Ой, блядь. Нет, он молчит. Это подозрительно. Кекс, ты вообще в игре? Кекс. Да, он в игре. В скайпе он есть? В игре он играет роль маньяка. Сейчас посмотрю. Блять, его в скайпе нету, что за нахуй? Ну вот, видишь, он вылетел, значит, мы просто как дебилы. Так он на сервере сидит. А. Уже нет. Он вылетел, теперь мы победили. Мне больше нравилось вещами становиться. Блин, а у меня повис сначала. Да, мы поняли. Мы ходили, искали тебя. Потом интернет. Мы думали, ты это специально молчишь, типа. Как настоящий маньяк. Но вы насторожились, свет выключили там для атмосферы. Ну, да. Слышь, лысый, уебище, блять. Ты что ли? Тебя Джульетта зовут. Это странно для бородатого мужика. Тебя... Так, я видел нож. Открывай. У кого нож? У бабы, лысый, бабы. Ой, лысого мужика или некрасивый. Папа, отличное имя. Розовый. Знаешь, папа, ну-ка стой. Да я стрельну. Если ты мирный, то все будет нормально. Меня не надо, пожалуйста. Короче... Блин, я сапоги из шкафа доставал, я ошибся. А ты... Похоже, ты я ошибся. Ты что, сука, сделал? Пожалуй, что я ошибся, Марис. Если ты убиваешь мирного, имея пистолет, и он последний мирный, то у тебя пистолет выпадает, и ты под замедлением еще становишься каким-то жестким. И пистолет подбирать не можешь 30 секунд.
блядь, же, как Жириновский какой-то. В розовом пиджаке. Ты уже да зашел? Блядь! Сука. Кто меня убивает? Зачем убил меня? Папа, блядь. Папы какие-то странные. Я отец семейства, я что делаю, то хочу. О, здравствуйте. Ники не называйте лучше тогда, даже если вас убили. Ну да, типа в ТТТ мы играли, когда кто умер, тот молчит. И никаких проблем нет. А ты зачем убил-то меня? Давайте не будем убивать, ты невиновный. Давайте. Я согласен, я просто... Как-то неинтересно всех подряд валить. Я погорячился. Да я мирный, кстати, если что. Я тоже мирный, да. Я ноябрь, я просто иду в свою комнату, открываю да, дверь. Да, кейк поставил, что он всегда, блядь, мафия, нахуй. Чё за пистолет? Это внезапно взялись. О, виски. Какой виски? Ты чё, блядь? Я даже ничего не доставал. Это не я, Ромео, поверь мне, это виски. Он в комнате, в моей. Пойдём покажешь, пойдём покажешь. Только я первый иду. Пропусти меня вперёд. Блядь, бежит, вон он, бежит, я за ним. Я ничего не делал. Вы чё, с ума сошли? Хуй вам, блин. Я промазал? Блядь, я не успел. Лучше бы у меня тоже был нож. Чё ты там гнал-то на него в итоге? Ну потому что ты был... Он врал, блядь. Думал, что это он. Ну, я не был, я подумал, что это он. А она, видишь как. Кто? Да блин, с ножом тут удобнее, чем с этой пукалкой. Кушать. Представь, что ты хочешь есть. Тебе надо выйти. Кто, я? Ты кому ты говоришь? Одному из вас надо открыть дверь, ребят. Не, ну она-то не... Я открою, она откроется. Ты чё? Нажимай. Как взять пистолет, а? Никак. Забей нож лучше, поверь. Он с одного удара убивает, а им еще попасть надо. Пистолетом этим. Давайте. Ты такой задумчивый, когда мёртвый. Но ноябрь уже наступил, пока ты там сидишь. Я туда задумался. Слышь, открой уже дверь. Забей. Чё там сидеть-то вот? Вообще, Хесус, я тебе подскажу. А повернись на 180 градусов. Вот посмотри на это и подойди вплотную. Ща, подожди. И чё? И толкни, попробуй. Куда что дальше? Ну толкаю, и чё? Ну и беги теперь в туннель по тайной. А, всё. Вау, прикольно. Не... Ну отлично. Так он ничего из этого не сделал. Заканчивайте эту хуйню с дверью. Ой, блин. Вообще там серьезно, типа туннель, если чё. Какой туннель? Нету никакого туннеля. Туннель. Выздоров. О боже, спасибо. В принципе, в четвером ТТТ то же самое, только там уже у каждого будет пистолет, грубо говоря. Но там много примочек всяких. Например, там бомбу поставить. Не надо мне стрелять. А. Да я нормальный. А, блядь! Ромео. Да Джесус. Хесус с ножом, ребят, Хесус с ножом. Он внизу был. Да, я с ножом, да. Блю. Отъебись. Он внизу. Во, вылазит, выходит. Просто, блядь. Мастер. Ну, не знаю, мастер не мастер, но они в ловушке, по-моему. Вот он точно. Вы на горшке, да? Как вам? Замочить в сортире вас, да? Слышь? Походу... Не трогай! Не трогай! Я умею ходить. На кровать, снимай штаны. О, ну-ка. Нет! Я застряла. А, застряла! Нет! Чё ж ты не убегала, пока он меня резал, блядь? Блин. Как-то крякнула. Да, я умею крякать. Но если бы Хесус ничего не сказал, я бы, может, еще более успешно. Клоунаду эту устроил. Давайте не будем говорить, когда вас убивают. Когда вы мертвы, да. Вообще никаких эмоций. Вообще никаких. Ну, типа... Вот такое что-то может быть еще, но типа. А, я понял, там вот это. А, ну хорошо, кряхтеть будем. Так, Гольф, я с тобой. Я тебе доверяю. Я тебе верю. Он готов прислуживать. А Гольф никому не верит. Ну, типа, сразу полез. Никому не верит. Зачем свет-то выключать? Гольф, не страшно, зачем это делать? Я с тобой, я жопой к тебе бежать смотрю. О, Ромео, Гольф, он с ножом. Да блин, да отстойная херня, не могу в ней играть, я плох в ней. Ты что делаешь? Ладно, сейчас
придумаю, как с вами затусоваться и бегать. Главное не торопиться. Да, я уж понял. Все равно время. Надо в ТТТ поиграть. Мне сейчас, что в принципе нормально должно получиться. Карта маленькая, вот что я скажу. По-моему, нет, что, да? По тайные туннели, бегай по ним. Она вообще не маленькая. Вообще у меня вот не респила маньяком, блин, сразу на человеке, блять, в одной комнате. А можно, ну, криктануть? Крихти? Тут за негра так это. Себе, ну. Ладно. О, негр, привет. Оскар! Кило. Кому Оскар? На этот раз. Ой. Алло. Ты же, я лах, тут вообще за маньяк, по-моему, нельзя проиграть. Чё, алё-то? Опять эта кукла. На преследование. Убери этого, блядь, уёбищного младенца. Это не кукла, он живой. Молодец, что задвинул его на задворке истории. Не-не-не, это было. Кесус, ты в порядке? Кого-то убили. Это Кило. Его Клио. Так назвали, потому что он худел. Клио? Кто-то моется, кстати. Хесус просто встал. По-моему, он вылетел. Повис, по-моему, да. Что-то типа... Да, вылетел. Его последние слова были «Алло, алло», и он уже ничего не услышал. ТТТ пока создать, пока его нет. Он, Илья, тут давай быстренько, ту же карту просто с этим. Мод поменяй на ТТТ и все. Сейчас он появится в скайпе, и я создам. Так, я тут. Все, создаем. А что будет? Мне кажется, лучше, блядь, все-таки вещами становиться. Это, по-моему, самое увлекательное, что было. Разные карты попробовать. Сейчас это тоже нормально будет. ТТТ, что ли? Окей. Царин, как знаток такой. Короче, смысл тот же, примочек больше. На С будет, грубо говоря, у предателя, маньяка, или как хотите называйте, будет магазин. В магазине там всякие примочки. На какую кнопку? С. На С. С, Т, там. А еще детектив есть, у него тоже на С. Нет, не будет, у нас 3 человека. Так, ну я уже тут. И тут опять эта карта. Да, карта эта же, нормально. Надо бы свет отключить. Просто играем по правилам, не убивать просто так. Ну все, зашел уже какой-то левый чувак, по-моему. Лева не зашла? Я консоль пытаюсь, вот сейчас я перезагружу, у меня завис корреспонд. Ну, не убиваем просто так и не говорим после смерти, и все. Остальное все окей. Да. А тут то же самое, да? По сути, да, только стрельба. За место ножа. Окей. То есть тоже кто-то из нас предатель? Окей. А почему я не появился? А, мне спектатор мод он достоял. Да я тут с Ильей развлекаюсь, подожди. Ребят, я вам так скажу, вас двое, так что решите вопрос быстрее. Да, я уже решаю сейчас. Илья, ты нормально это терпишь? Илья отошел. Сейчас он врвется и... А ты трейтер или... Ну я так понимаю, ты трейтер. Я невиновный. Он трейтер. Илья, так... я вот сюда ударил. Бездарно разыграл. Нет. Куда ты отошел, Илья? Ну блин, ну где он? Ну чё, ещё тут, оказывается, винный погреб есть. Илюха... Он в туалете, видимо. А, идёт. Пипец. А можно было в такой ответственный момент прийти? Карта, на самом деле, гигантская, оказывается. Да, карта. Вот внизу смотреть. О, тут еще и на природу можно выбраться, да ладно? Не, на природу нельзя. Можно, я вот стою на травке кругом, красивое небо. Да не, это просто как жить за окном. Да, что там происходит? Илья, ты предатель? А вот смотри, вот все. Угу. Все, короче, мы вчетвером. Поехали. Так ты вы в спектах что-то? Да, что-то не это. Хватит изнасиловать. Начнется раунд. Труп.
На как пятерку, закину? На пятерку закину. Можно труп таскать там. Как раз. Закинуть тебя, а? Сейчас покажите, будет. Пожалуйста. Чё? Сейчас раунд начнется. Не паникуйте. Ого, шикарно началось. Эй! Ты чё? Короче, смотрите, вот 20 секунд, мы еще не знаем, кто предатель, кто что. Мы просто... Я, кажется, уже знаю, кто предатель. Не, ну блин, мы через 15 секунд это все узнаем, пока никого нет предателя. И дэмэдж не наносится. Мы ищем оружие, пытаемся, вообще его довольно мало Ай. Будет. Он такой вышел с автоматом из подвала. Ребят, я мирный сразу. Я тоже. Я тоже мирный. А я не знаю, как это. Ну, ее убиваем. Иннокентий. Где она? Ее? Я не знаю. Свалила вот сюда, ребят. Вот в эту дверь. Идите туда и замочите ее. Как сказать посмотреть? А, я написано, что Innocent. Вы чё? Не. Подожди, это чё, нож где был? А! Что это такое взорвалось? Это чё было? Короче, смотри. Если она говорит, что она Innocent, то вы между собой должны решить, потому что я точно мирный, кто-то из вас, значит, трейдер. В смысле? Я в самом начале сказал, что я иннокент. Все, значит, Илья трейдер, убивай его. Да? Хочешь. А почему? Илья, у тебя магнит. А почему? Я иннокент, ребят, я-то вообще ни при чем. Я просто знаю, то, что у меня даже зеленый автомат, типа, я вообще... Да, ай! Она трейдер. Нет, я просто ударила, потому что я не поняла, что. Я проверила, думала, тебе нельзя носить дамага. Не-не-не, я ей верю, потому что если она сказала, она не могла, значит, у нее иннокент может быть написано. Значит, Илья, я тебе говорю с полной уверенностью, убивай Хесуса. Да это Кекс, на самом деле, ребят, он всегда был трейтер, да. Смотри, либо ты, либо да, мы... нет, серьезно, Хесус, это он. Вот этот гнилой гон, либо ты, либо, блядь, идем бьем Кейка. Бля, я узнаю Илью, Хесус убиваю. Это гнилой, вонючий гон, Кекс. Куда ты там залез? В смысле, тебя обвинил? Я говорю, либо ты, либо Мэдисон. Ты с моей стороны посмотри, если я тебе. Нет, это его вонючий гнилой гон. Я с ним играл в обычную мафию, блядь. Он всегда эту хуйню несет. Это Илья, инфосотка вообще. Он, блядь, так разводит тебя. Ребят, вот серьезно. Вот вас двое. Ты чё? Вот вас двое, короче. Ты и Ева. И мы все друзья втроем. Мертвые молчат, кстати, если кто-то умер. Да. Вот мы все втроем типа друзья, а Кейк, он не наш знакомый, как бы друг, блядь. Он мой знакомый. Вот мне смысл вам врать. Вы чувствуете, как он нас разводит? Только ощущение, что я последний остался, да? Илья, дай мне оружие, дай мне шанс. Я и говорю, убивай его. Так и убивай, с чего убивать-то мне? Да это Хесус, пойдем ёбнем Хесуса. Пойдем, найдем его. Ребята, кто живой? Тут разлет какой-то вообще дурацкий, не такой, как со все. Блять. Илья, ну что ты не поверил мне? Да я, ты чё, я уж понял, что это Хесус, когда, типа, он сказал, но ты еще жив, кстати, был. Я тут твои мозги выпавшие на пол увидел. Просто я не ожидал, что такой разлет хуёвый. Тут мало где-то лежит, оно в комнате. Я типа, блядь, вырубил, что это Хесус в конце, но. Ты умер прямо в этот момент, а. Сколько у тебя хп осталось? Насколько тут вообще? 28. Он очень сильно дэмэдж, но надо очень близко подойти. Блин, ну это очень тупо на самом самый деле. Самый большой разброс у пулемета, типа. Ну вплотную моментально убивает. Я привык к сорсовскому. Для интрижки. Я понял теперь, кто свет отключает. Ну, естественно. Ну для интрижки. Блин, оружие-то где? О, на чердаке есть маленько. Я взял. А оно вообще рандомно может появиться? Ну как-то да, но я так понял, все равно зависит от количества человек. Ребят, я опять мирный, вообще, как в прошлом раунде. Ну кто там, а? А вот. Да, я то его теперь я точно мирный. Вот правда. Пиздобол, тебе больше нет доверия. Ну если я был в прошлом раунде, понятное дело, что в этом я не был. Это вообще самый дешевый развод. Еще оружие хожу. Ага, я понял. А зачем тебе оружие? Я кажется, понял, кто трейд. А, смотри, иди сюда, Хесус. Илья, тоже идите сюда, покажу кое-что. Идите. Да я на этой карте играл. Тихо. Ай, бля! Кто? Стреляешь. Ну ты дурак или чё? Вон, она наверху. Ну так она ты скажи, здесь, она я чё, мысли читать должен. Блин. Пойдём, покажу. Втроём. За мной. Шикарный трейдер. Ты не стой за ты. Пойдём, покажу. Пойдём. Иди сюда, вы шутки медленные. А теперь кто-то другой из вас предатель? Сейчас будет, да.
Да иди давай! Ничего себе! И чё? Мне нравится, я тоже так не хочу. Вот это да! Вы бессмертные, что ли? Чё за фигня? Нет, у вас просто это. Да играть, алё, Илья, ты с нами вообще? А. Я думал, не она, чё-то игра продолжается, думал, я просто валю. Я думал, может, ты с Алмазом на связи там? Ну-ка, я ещё хочу. Нет, его по-другому, по-моему, звали. Ну, Алмаз как? Нет? Нет. Или, блять, Алмаз. Вот это да. Залив такой стоит. А чё происходит? Она продырявили. Кто? Ого! И оружие ищем 30 секунд, потом роли раздаются. Я опять мирный, я типа... Блин, опять! Ага, все такие типа сразу резко мирные. Да, я другого от вас и не ожидал. Поверьте мне, я правда мирная. Просто Кекс тут, он в этом самом, в привилегированном положении, потому что он знает, как оружие какое работает и где оно вообще лежит. Не, лежит, а как его взять-то? Рандомно. Вот, юзишка. У тебя есть уже что-то. А, о, эмочка. Так. А у вас-то есть? Эмочка тут очередями стреляет, точнее даже одиночными. Конечно есть, да? У меня нет ничего, не трогайте меня. Зря ты это сказал. Почему? А кто меня убьет? Ты меня убьешь или что? Да нет, я вообще говорю. Тут везде секретные не ходы бьет. Какие-то. А почему ты больная? Ой, блядь, сука! А ты ж погорела. Я. А че, ты у меня все украли, что ли? Что такое, я не поняла? Почему не могу оружие поднять? А кто был предатель? Да я. Я на С магазин используй. Там есть нож бесшумно убить. Понял. Там есть броня. Было бы больше народу. Всегда надо использовать. У тебя. Чувак, я же первый раз в это говно играю. Я поэтому тебе объясняю. Тем более вчетвером, как бы, если кого-то убили, тем более он кряхтит, там понятно, кто за кем пошел. Да, ну, поэтому я говорю, что надо нож брать и бесшумно убивать. Я надеюсь, мне трейдера дадут, я хоть тоже порежу. Конечно, нет склонности такой, но... Хорош чавкать. Так, все. Илью больше не зовем, чав. Я еще семки могу грызть. Я не больше, я слабо. Вообще я ни одного оружия не нашел, очень здорово, конечно. Блин. Да ёлки-палки, ну двери тут. Вы нашли хоть что-нибудь? Да. Да, я лопату нашел. Хованский, он недавно спер лопату у уборщиков. А я ботинки нашел. Блять, заебись. Да, в этот раз Кекс, походу. Я-то опять мирный. Опять, говорит. Так я даже сыграть. А-а-а! Закрой дверь, не подглядывай! Он замочил его в шкафу! Я его раз... А ты зачем это? Зачем ты меня обнаружил? Я думал, у тебя может что-то есть. И ты решил меня обнаружить, да? Обнаружить я нечаянно, я пытался оружие найти, там ничего не видно. Так не было у меня оружия. Они все равно на это внимание не обращали. Ну я понял, у меня тоже не было. И оружие, оно как бы само берется, там не надо нажимать ничего. Не, бывает, оно лежит и не хочет делать. О! Хорошо. Сейчас вон. Надо быстрее искать. Я так понимаю, чем меньше народ, тем меньше спавнится. То есть в среднем. Ну вон там, пипетка у кого-то. Бойтесь. Очень страшно. Но в чердаке, по-моему, всегда бывает что-то. Да-да-да, на верхних этажах нормально. Блин, почему я в прошлом раунде не нашел этот скаут? Скаут вообще жесть. А здесь нельзя, да, ходить, типа там на шифте и там подобное? Блять, как я встрял, ребят. А, ну тут все. Обязательно тут все встряли. Илья, хочешь проверить, как проверяется на трейдер? Иди сюда, смотри. Нет, ну, я с другой стороны. А, извини, ну и чё? Смотри, вот встань в угол. Ну и чё? Убери оружие и повернись. Доверяй. Задом? Да. Ща покажи. Он херню говорит. Не могу оружие встать. Так не проверяют. А что вы подглядываете? Нет, ну мы так. Ну я убрал и чё? Да все, они подглядывают, так не проверить. Ну не смотрю. Ну нам тоже интересно, но. Ну не подглядывают, я стесняюсь. Пойдем. Ну все, смотрите, еще убьет меня. Чё за? Потому что ты подозрительный.
Чё он там мне раком хотел нагнуть? Вот я про то же. Вот-вот, мы одним, да, да, да. Нельзя, что ли? Чисто по-дружески. Так, я иду за ним, по его следам.